тоскливо сзади как-то. Пацаны. Окей. Мне нельзя руки с руля убирать. Пардон? Да, Пиндер. Пол. Дэд. Класс. Вкусно, да? Да не нарцисс твой. Дамочка. А, да. Гита. Да, хорошая. Достойная была бы для меня партия. Но сердце ее принадлежит моему кузену Банду. Ужасно бесчестному и ужасно красивому человеку. Да, Пиндер. Сдается мне, в твое такси я сегодня не случайно села. Да, сэр, вы его вызвали. Нет, мой трюфельный друг. Любовь. Это страшная сила. Найдешь ее, и весь мир зацветет ароматом нарциссов. Так что держаться за нее надо. Крепко. И не отпускать. Не повторяй моих ошибок. Понял? Да. Иначе мир зацветет ароматом мамы Джун после йоги. И как мисс Мама Джун пахнет? Как групповуха бомжей в ботинке с саниной. Я до вечера могу расписывать, но по сути погано. Погано. Красивый красный костюм, мистер Пол. Рождество как-никак, да, Пиндер? Еду за одним хмырем из списка плохишей. Я ждал 1 год, 3 недели, 6 дней и 14 минут, чтобы он исправил то, что сделал со мной. Что он такого сделал, мистер Пол? Вот это срань. Собака! Забыл сумку с патронами. Поедем назад? Не, некогда. Хер с ним. Перебьюсь. 9, 10, 11, 12 патронов. Или шопа. Приехали! С вас 27.50. А я на работе бумажник не ношу. Костюм же в обтяжку. Но могу дать краба. Окей. Веселого Рождества. И вам веселого апрельского вторника, мистер Пол.